Канал Таежный обитель приветствует вас. Утро, 6 августа. Вот такая моя улица в дождях. И вот домики наши красивые. Все в деревьях. Вот так, в сосенках, лужи. Вот так. Вон почтальонша идет. А вот мой домик. Домик в цветах. Лилии. Бальзамины высоченные. Вот такие высоченные бальзамины. Вот. Просили показать огород. Ну, показываю еще раз. Дом. Вон бальзамины какие. О, высоченные. Заходим. Двор. Вот он. Дворик. Такой. Качели. Любимые моей дочки. Она выросла на них. Ну, цветы везде. Везде цветы, конечно. Цветы, цветы. Бабулька занимается. Бабулька, цветы за них она пасть порвет, моргала, выколет. Вот такая замечательная, огромная роза. Огромная роза. О, какая роза выросла. Георгины тоже высокие, высокие. Вот это ее она оттяпала с огорода уже. И там у ней цветы. Даже вот какая-то капуста такая декоративная там растет. Петушок на своем месте. Бабушка с дедушкой рядышком около пенечка. Тут золотой шар. Опа. Такая страшная охрана стоит. Умывальник на улице. Картошка. Лук уже едим. Тут бабулина кладовка. Вот эти вот дикие, они самосейки, растут по всему огороду. Гладиолусы. Белый гладиолус сломался. Капуста. Вот цветная капуста. Уже набирает. Она такой. Набирает. Там свекла. Кабачки, кукуруза громадная, цветет вовсю и уже набирает тоже. Горох отошел, ребятишки его не доели. Я его вот так оставляю, вот так его оставляю. Это высоченный, хороший сорт. Все лето почти. И потом собираю в кучку и вытряхиваю, стучу в мешок вот это все. Вот это вот. И стучу и набираю литр примерно гороха. Еще свекла. Здесь капуста, листья ободрали. Вот картошка мощная. Вот начал там подкапывать. Первую здесь капуста заворачивается, уже большая есть, разные сорта. Вот она тут добирает, там даже где-то у нас и цветная есть, дочка любит
Настя. Уже мы ее срезаем. Вот, заворачиваются вилки. Это вот слава. Это какая-то, не знаю, вот она там. Здесь разные сорта. И синяя, и кольраби. Помидоры. Помидоры уже едим, но красных еще маловато. Знаешь, вот тут бабуля кабачки уже сняла. Там тыква. А это попозже будет. Это будет попозже. Тут много вот тыква везде, в огород я вам уже рассказывал, она у меня в огород лезет. Вот там тыква, и там кабачки. Все это будет попозже. Только август месяц начался. Впереди еще месяц до копания картошки. А капуста будет стоять весь сентябрь. Пока не начнутся заморозки хорошие. А у нас сентябрь теплый. Бабулины гладиолусы. Дожди, и они вот попадали. Но порадовали они нас, конечно. Хорошо. Вот. Уже отошла первый раз земляника. А сейчас начинает цвести по второму разу. Вот так. Банька. Вот такие капусты. Помидоры. Вот это маленькие такие, но по многу. А там крупные на салат. Такие помидоры. Уже едим. Вчера собирали. Красные собрали уже. Двигаемся дальше. Тут у меня вода, насос. Поливать еще дополнительно. Дожди все залили. Капитально. Трава прет. Воюю, но... Тыквы, кабачки позже. Может, как прошлый год были здоровенные, я вам показывал. Вот морковка, чеснок уже падает, головки хорошие, там снова морковка, перец. Тоже кукуруза. Ну, цветы везде, цветы у бабульки. Там перец. Вот такой огородик. Огурцы уже отошли. Ну, еще много, но уже наелись. И насолила она, намариновала. И поэтому мы с ними уже так. Как бы. А вот... Перец тоже набирает. Этот попозже, а там вот перца уже полно. Уже его мы собираем. И тоже бабуля его. Тут лук еще вот. У нас лук попало вместе с чесноком, посадили лук, а он не прорастал долго. И потом думали, вообще не вырастет. Ну и посадили чеснок, и лук с чесноком получился. Вот большие такие луковицы, довольно хорошие там растут у нас. Вот такой небольшой
огород, 3,5 сотки вместе с цветами. Там груши, есть груша, но мало нынче. Малина, ранетки. И все замечательно. Огород в зоне рискованного земледелия. Район, приравненный к районам Крайнего Севера. Но если есть желание и работаешь, то все получается. У многих лучше огороды. Это мы с бабулькой не шибко огородники. Но вот на нашу семью и на Настину дочке хватает. Ну, пока всем удачи, радости, любви, красоты, творчества, здоровья, гармонии с самими собой и с окружающим миром. Пока-пока.